Аллилуйя! Лауреат международного конкурса «Татарстанцева» Татар Мамадзе. Вы приятности нас ожидают. Ну, а мы еще раз хотим вспомнить праздники Победы. Совсем недавно было у нас 9 мая, и мы вместе с вами хотим исполнить песню, которую написали нам для этого случая Татьяна и Ольга Игнатовы, «Прифронтовой вальсок». Нашего Роза Сараева. Роза, ты где? Вот она все это снимала, и там на фотографии ее папа, который тоже сражался в Великую Отечественную войну. И все эти съемки, они действительно с реальными людьми, потому что следующая песня посвящается тоже одному герою, герою Московской области, он заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Ильдус Керамов. И сейчас вы все увидите песню, которую я сочинила на слова Насипа Карибова «Аэроплан». Вот его идея пришла. Сейчас вы все увидите на экране. За штурвалом он сам, Ильдус Керамов. «Аэроплан». Fanatına
Я надеюсь, что